День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Построить фундамент здоровой семьи и укрепить свой иммунитет, взяв достижения науки в свои руки. Вода – это архитектор здоровой и счастливой жизни. Все это и многое другое в программе «Академия здоровья» на Радио Болтком. Ну что, начинается у нас Академия здоровья. Обычно с утра вот кто с водичкой начинает там день, выпив глоточек, а то и стакан, кто к водным процедурам переходит. Сегодня у нас в студии эксперт по качеству питьевой воды «Сиа Акватор» Евгений Данко. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Олег, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы вот в прошлый раз не успели дорассказать историю про Равина. Да, была такая история в нашем вчерашнем эфире. Во-первых, огромное спасибо за ваши отзывы, отклики. Вчера около 100 новых рижан, так сказать, стали обладателями ионизаторов воды наших. Но не об этом речь. Хочу поздравить сегодня замечательного человека, пользуясь служебным положением, вы уж простите, 63 года. Папа Анатолий Викторович Данько, поздравляю тебя с днем рождения, ведь я учился всему у тебя. То есть строить жизнь своими руками, строить своими руками свое здоровье. И огромное тебе спасибо за то, что ты такой есть. И я понимаю, конечно, что просто так закончить наш латвийский ГВФ, ну, помните, РКИГа, золотой медалью, это непросто. У меня в школе таких достижений не получилось, но надеюсь, что все еще впереди, ведь учиться никогда не поздно, ведь сколько мы живем, столько и учимся. Пап, с днем рождения тебя, дорогой ты мой, спасибо. Я понимаю, что наверняка подарок вот с этим аппаратом, который производит ионизированную воду, уже решился вопрос, наверняка у папы есть такой. Ну, у папы, конечно, есть, ведь бортинженер, он заканчивал ГВФ именно по этой специальности, гражданской авиации, Ту-154, прекрасно знает, что такое инертность среды, электролиз. Папа сам собирал в те годы, вот, Олег, я не знаю, помните вы или нет, он 58-го года рождения, папа у меня молодой, я, в принципе, сам тоже довольно не стар, да, вот. Он сам когда-то собирал эти самодельные ионизаторы воды, вот эта стеклянная баночка, брезентовый мешочек, два электрода, диодный мост D12, то есть это папа когда-то делал сам в институте, в ГВФе дураков не было. Ну, просто возьмите это как факт, да, вот те, кто закончил ГВФ, я играл там когда-то в спортивной команде «Авиатор» в регби, вот довелось поучаствовать, но не суть, история про Равина. Был такой момент, когда мы с корреспондентом Павлом Корнеевым, Вести ФМ, затеяли поиск через интернет о том, где есть вообще упоминание о живой воде как таковой. Вот это вот словосочетание «живая вода», да, оно же не только в русском языке встречается. В сказках, да, обычно. Да, обычно сказки «живая», «мертвая», «пятая», «десятая» – это то, что первое приходит на ум. Ну, сказка «Лоша», в ней намек, добрым молодцам урок. Выяснили мы, что в Торе, книга Бесиах, также есть обозначение, упоминание неоднократно именно словосочетание «живая вода». То есть, как Паша до этого докопался, я не знаю, но, видно, корреспонденты, журналисты, они въедливы, очень люди выкапывают все. Мы пошли к этому раввину, это город Самара был, он был из Израиля, самарский ушел на повышение в Москву, и задали ему в лоб вопрос, на что он ответил, говорит, вы знаете, не надо ко мне вот прикапываться с вашим экватором, мы, говорит, в Израиле все пьем ионизированную воду щелочную, у нас у всех эти японские приборы стоят практически, говорит, ну и вода, собственно говоря, из морской соленой превращается в питьевую, там также процесс ионизации присутствует, то есть обратный осмос, минерализация принудительная, да, и проточная ионизация, говорит, как вот в Японии, в Таиланде, везде на улицах эти аппараты стоят, говорит, что вы от меня хотите? Мы говорим, да мы не за рекламой пришли к вам, да, то есть не вас использовать как-то в наших целях, там, на радио прийти или еще что-то, нет. Говорит, вы, пожалуйста, объясните, как так, словосочетание вот это «живая вода» на вашем языке, все присутствует, все есть. Говорит, ну, здесь очень просто, вам не следовало бы лезть, говорит, в наши книги, в своей, говорит, Библии, там, можете тоже найти Ветхий и Новый Завет, да, и пришел ангел и сказал Моисею, который ребят 40 лет по пустыне водил, говорит, вот туда не ходи, там вода плохая, твои поколения болеть будут, иди сюда. Там хорошее, по всему миру разойдетесь.
И вот он сказал такую замечательную фразу, говорит, вы знаете, реальная проблема евреев была в том, что римляне их когда-то выгнали из Иерусалима, это то место, куда таки дотопал Моисей, куда показал ему ангел Господень. Говорит, вы это живую воду же, говорит, можете встретить везде, вот они, источники, говорит, по радио, говорит, сами же говорите, говорит, ну, что удивительного, если в столь старинных книгах встречаются именно вот точно такие описания. Ну, что такое религия, в принципе, Олег? Это наука простым языком. Ну, когда нет времени, наверное, рассказывать, что такое молекула, что такое атом, что такое серебро, в принципе же, люди тоже знали издревле. Вот вчера мы затронули эту тему, и сегодня, видите, перед нами прибор стоит, да, третий электрод, который присутствует во всех наших приборах, а их у нас три, линейка в рижском магазине, представительстве завода на АЦСУ 15. У нас расположено торговое представительство, там вы можете найти не только три наших прибора, это Silver, это Vivo, вот Vivo перед нами сейчас стоит, это Mini есть еще, это также разная цена, там от 269 евро, 439, 359, то есть, ну, разные приборы, разная цена. Есть еще ионизаторы воздуха, к примеру, сегодня в эфир я уже не смог его все это принести, там три вида, да, то есть маленький, средний, большой, также различается по цене, по функциональности. Все они также оборудованы системой озонирования, то есть ультрафиолетовая лампа присутствует, кроме еще ионизации, да, то есть здесь мы говорим про то, что можно в самом деле заботиться о своем здоровье, особенно в тяжелые вирусные времена, да, когда дышишь спокойно, потому что точно знаешь, опасности нет. Есть еще и душевые лейки, к примеру, те, что делают простую, жесткую, бывает желтоватую даже воду, мягко говоря, проверено на себе, делают ее щелочной. То есть это просто привинчивается как... Свинчиваете душевую лейку свою, выкидываете ее, да, и на ближайшие 1.5-2 года, пока минералы, турмалин, майфан, Германия, они там просто есть, они настоящие, не пластмассовые шарики, пока они работают, вы имеете возможность не просто мыться мягкой водичкой с минусовым зарядом, химически получается эта ионизация, вы не испытываете больше даже желания, знаете, как почесаться после душа. Некоторые расчесывают, как я говорю, ляжки в кровь. У меня такие друзья встречались. Все решается очень просто. Вы можете даже ионизатор воды, не знаю, воздуха и прочее, не покупать. Придите, возьмите себе то, что избавит вас от ежедневных таких моментов. Ну, не везде вода хорошая у нас, да? Не везде есть возможность помыться родниковой прям мягкой водичкой. Очень часто из крана течет такое, что хотелось бы лучше, а как ты фильтр на душ-то поставишь? А вот это решение. Единственный здесь момент... Присутствует на рынке достаточное количество их вариаций, но тут хорошо подходит выражение, как сделать вкусный чай. Ну, не жалейте заварки. В данном случае в той же душевой лейке вы найдете настоящие минералы в нужном количестве, то есть их положили от души так, чтобы сработало и хватило. Поэтому есть и противопоказания людям с кардиостимуляторами, электричество, да, понимаете, да? То есть там по-настоящему все. Нельзя мыться такой водой. Пить можно, мыться нельзя, да. А беременным, ну, грудь желательно точно не мыть, кормящим матерям тоже. Почему? Потому что это все-таки, ну, как вот, как шампунем вы моетесь, да, угу. То есть пить не получится, работает с 32 градусов, то есть минимально теплая вода должна быть, чтобы эта реакция сработала, но люди, вообще было предназначено для тех, кто испытывает очень тяжелые проблемы, это пролежни, псориаз, понимаете, да, почему пришло вроде как из медицины немножко, но оказалось, что для простой нашей вот семьи обыкновенно это огромнейшее подспорье. Особенно, когда еще проблемы с водой, для того, когда человек моется, да, очень часто водоподготовка оставляет, ну, желать лучшего. Здесь очень хороший выход из ситуации. То есть в наших магазинах вы найдете не только ионизаторы воды, не только сервис, не только запчасти, не только возможность попробовать, но и самое главное, что ионизаторы воды, они все оборудованы, все три модели, тем самым, возьму, выкручу, да. Он выкручивается и вкручивается элементарно. Да, он ставится отдельно, то есть тогда, когда вам нужно посеребрить, скажем, вашу питьевую воду или сделать отдельно по рекомендациям, которые в комплекте книжечка идет, что-то из серьезных концентраций, вплоть до коллоидного серебра. Есть и язва желудка, там курс всего 30 дней занимает, то есть там 10 мг, 5 мг, ну, те, у кого эта проблема есть, могут прийти в магазин, прочитать, посмотреть, как это выглядит, взять себе прибор, приготовить и посмотреть, как у тебя получается. Вот у меня получилось очень неплохо. За 2 недели я избавился от необходимости кушать омепразол каждое утро. Знаете, когда вот эта кислота, заброс из желудка происходит в гортань, ну, по утрам просыпаешься, когда жжет горло. 2 недели употребления такой воды,
и ты забываешь об этом навсегда. Но сегодня рассказ хороший будет про серебро. Что такое серебро? Ионы серебра. Ну, во-первых, когда у вас в руках вот этот серебряный стержень, здесь запас примерно на 18 тонн воды. Да? По 3 литра заливаем, 2-300 щелочной получаем, доливаем еще 0,7, ну, вынув вот этот маленький стаканчик, да, серебрим. Возможно, я сейчас говорю непонятно, есть телефоны, которые можете записать, они вам сегодня еще точно пригодятся. Мобильный наш латвийский телефон 2-578-0048, повторю его еще раз, 2-578-0048, либо 6-222-2244, 6-222-2244, ну и смотрите информацию на сайте akvator.lv. Что такое серебро? Вот, Валик, меня сегодня спросили, да, говорит, давайте поговорим про pH, про это, про то. Я говорю, ну, вы знаете, наверное, технически грамотно было бы рассказать вначале о том, что больше всего волнует людей. Проверив на себе, был у меня период, когда полтора года я выходил в эфир на радио ПИК, да, и рассказывал людям про ионизированную воду, заболел, ну, грипп. Про вот эти все вирусы новейшие мы тут ничего не знали. Простой обыкновенный грипп, который прекрасно укладывает человека недельки на две в кровати, и в ближайшие там 3-4 дня фиг встанешь точно. Я купил Тамифлю, посмотрел, прочитал побочку. Когда-то, перенеся некротический панкреатит с печенью, сами понимаете, не самые лучшие обстоятельства, понял, что от этого лекарства, ну, зря 58 евро отдал, я точно сыграю в ящик. Думаю, смотрите, у литовцев-то был электрод, да, серебряный. Но я года полтора воду пил, но не пользовался. Я сделал 3 миллиграмма, как описано в рекомендации, то есть 15 минут. Вода получается такая беловатая, ну, как бутылку молока сполоснули. То есть серебро, оно физически видно, его там искать с микроскопом не надо. Выпил первый стакан, минут через 10 почувствовал, как вот эта ломота, выкручивание костей, ну, понимаете, симптоматика, да, спадает. То есть температура упала к первому вечеру, следующий день и последующие все я провел в эфире, абсолютно спокойно, никого ничем не заразив. Я начал его пить, как написано курсом, то есть 5 дней, по 3 стакана, 3 миллиграмма на литр перед едой, ну, за 15 минут. Все. Вирус, то есть я проверил это на себе, без осложнений, без перерастания в какие-то воспаления легких и прочее, прочее, прочее. Почему? Я стал разбираться. Но я же не врач, я всего лишь пищевой технолог. Как бы про воду я знаю достаточно много, но не все, как оказалось. И про серебро-то тоже. И про серебро-то тоже, да, когда оно особенно, можно его в воду добавить, причем не монеткой, не крестиком, не цепочкой, да, где нужно сильно, наверное, в это верить, а именно тем путем, как делают до сих пор в медицине, да, при помощи электролиза. У нас с вами живая щелочная вода, про которую написано даже в столь древних книгах, она прекрасно получается, при этом хлор уходит весь в кислотную воду, ну, простая химия, да, то есть дополнительный как бы бонус. И когда мы ее серебрим, у нас получается серебро в столь мельчайших формах, ионах, что оно свободно проходит через мембрану наших и не только клеток. Причем нашей ферментативной системе ничего, все хорошо, серебро, опять же, строительный материал, оно нужно нашему организму. Бактерия, грибок, вирус, ферментативная система блокируется, и они не выработали резистентности за миллионы лет вообще. Да? То есть это примерно как ваша личная армия, которая у вас есть. И вам абсолютно все равно посягательство каких-либо посторонних существ на вашу территорию, на ваше государство, на ваш организм. То есть можно, как выяснилось, я это потом применил на себе, на своем ребенке, на всей семье, пить вот в этих микро, чуть-чуть добавляя, когда вода слаще становится, да, ее еще не нужно заставлять никого пить. Ее, наоборот, вкусно, знаете, так вот сделать. Да, она так сладковатая получается. Но, ну, то есть мы ее серебрим немножко, да? Профилактика, да, чтобы не болеть вообще. То есть перед нами вот сейчас находится вот этот, казалось бы, 9,7 грамма, но что тут особенного? Я тоже думал, что там особенного. Так вот, если соблюдена техническая чистота, вот мы грамотность... Мы сейчас прикручиваем, для тех, кто просто слушает, мы прикручиваем. Он очень просто крепится, и 12 секунд вашего времени, плюс еще посеребрить, ну, живая вода готовится 3-4 минуты, в зависимости от анализа, и 12 секунд еще вы его посеребрили, да? То есть двойной эффект получается, и щелочная вода, и еще посеребренная. Кумулятивный. То есть, вы разжижаете кровь, понимаете, да? То есть тромбоз, альвеол невозможен.
Вы не таблетку получаете, когда уже все, когда уже легкие не дышат, да? Я знаю, что такое, когда не дышат легкие, и не потому, что я ковидом переболел в прошлом ноябре. Когда лежал с некротическим панкреатитом, ведь что происходило у меня тоже, да, легкие заполнялись водой, потому что сам себя перевариваешь. Поджелудочная железа, желудочный сок выделяет брюшную полость. Очень больно. Ну, поставили катетер, промахнулись, парализовало. Ну, не про это сейчас разговор. Легкие, когда заполняются водой, ты потихоньку перестаешь дышать. И вот эта искусственная вентиляция на мне, я понял, не работает. Да, там они вроде как в сознании был. Вроде пытается что-то сделать, а легкие-то объем не увеличиваются, да, то есть, ну, просто пустую комнату вентилятором проветривать. Здесь, когда у нас в руках не просто прибор, который питьевую водичку вкусненькую делает, вы же можете сделать и высокощелочную, до 11.0 pH включительно, это уже водная эмульсия, но такое, простите, только по рекомендациям медицинским пьют, но это тоже возможность есть. Вы мгновенно практически участвуете в таком процессе, как разжижение крови. Бог с ним, там, как спортсмены, отсутствие усталости, выносливости и прочее. Но в данное вирусное время, да, иметь под рукой такую возможность каждый день пить воду, которая, а, разжижает кровь, б, физически содержит то самое оружие противовирусное, которое и работает как профилактика. Я вас не призываю к чему-то отказываться от чего-то, да, здесь реальная поддержка организму в любом случае. Но самое главное – возможность не заболеть, то есть жить без страха, абсолютно не боясь самой жизни. Да, если случилось так, что вот, ну, не было у вас такого ионизатора воды, и сейчас у вас проблема конкретная со здоровьем, или восстанавливаетесь, или непосредственно больны, есть возможность приготовить ту же кислотную воду, залить небулайзер, подышать 10-15 минут. Ну, придите, возьмите эту воду бесплатно для своих родственников. Небулайзер купите в аптеке в конце-то концов, да? Расходы вообще копеечные, а налит мы вам приготовим. ЦСУ-15, двери открыты с 10 до 7 каждый рабочий день. Сделаем. Дайте человеку подышать. Через 10 минут вы услышите: иди, купи вот то, что делает вот эту вонючую воду. Её, она кислотная, пахнет PH2,4 немножко, да, да? Да. Даже с колодца нальешь, она будет пахнуть хлором. Почему? Физически при этом процессе хлор природный, натрий хлор, кальций хлор, переходит в кислотную воду. Если у вас в руках аппарат, который обладает аптечной чистотой и компьютерной точностью, а это единственный аппарат, в принципе, в мире, который делает с абсолютной точностью вот эти все процессы, вы получаете результат. Жить здоровой жизнью, жить без страха, я думаю, вы 100 000 раз слышали о том, как полезна вода. Но на радио Болткоме и в Риге точно вам уже уши все прожужжали, так или иначе, продавцы. Здесь я предлагаю вам обратить внимание на тех людей, которые с советского времени, с того самого, вот они все эти 30 лет занимаются производством ионизаторов воды. Наконец до них дошло, что нужно именно свои прямые заводские магазины без посредников открывать, работать по этой схеме. Да? То есть, без... это завод Барбулюкас в Литве, да, продает здесь свою продукцию. Здесь, в Риге, на ЦСУ-15 без... можно прийти, купить без всяких наценок. Самое главное в том, что что бы вы ни купили вот в этом магазине, это все будет не то, что работать. Меня спрашивают, а сколько поработают ионизаторы? Я говорю, ну, ближайшие 15 лет вам точно не понадобится, да? Вы, я знаю, пользуетесь нашей моделью сколько уже лет? Около 5. Около 5 лет. Да, да. Не ломалось? Ну, ни разу. Проблем не было. Почему? Вы знаете, я даже как-то написали в группу ВКонтакте, мне люди там в России, говорят, можно техническую инструкцию прислать для 2000 года прибора, там, где компьютер такой на проводах отдельно. Я говорю, в смысле, сейчас 20-й год, да, это в прошлом году было. Я говорю, он у вас до сих пор работает? Говорит, да. Я говорю, давайте так, я вам за свой счет Viva высылаю, а вы вот вместе с вашим этим распечатанным вашим письмом из этой группы ВКонтакте я в музее у себя в магазине поставлю. Говорит, не-не-не, дорогой. Мы точно знаем, что, по крайней мере, тогда ваш завод делал настоящее, и вот он работает все эти года, вы просто инструкцию мы потеряли, там, где что, кнопочки нажимать, включать, вы пришлите, пожалуйста. Ну, послал им инструкцию на наш прибор 2000 года. Я думаю, что стоит нам напомнить еще раз, значит, ЦСУ-15, потому что время уже нас поджимает. Да, и номера телефонов 2-578-0048, 2-578-0048, либо 6-222-22-44, 6-222-22-44, aquator.lv. Я хочу сказать, что сегодня все, кто слышал нашу программу, могут прийти в наш магазин, ну, либо позвонить по этим телефонам и... Ну вот,
отец для меня – это очень близкий, родной человек. Да, ионизатор воды у него есть. Я точно знаю, как это помогло, когда он в этом году перенес этот тяжелейший вирусный момент, выкарабкался, остался жить, да, и живет здоровой, полноценной жизнью. Так вот, я хочу, чтобы вы жили так же, без боли, без страха, без болезней, насколько это вообще физически возможно. 63 евро. Вот в честь дня рождения моего отца сегодня скидка на любой из наших приборов, да, мини, Silver, Viva, приходите, либо звоните по номеру 257-848, 257-80048, либо 6-222-2244, заказывайте, доставка у нас будет сегодня бесплатно, это в подарок по городу Риге, Юрмала это точно по всей Латвии отошлем, и 63 евро будет вам скидка, либо, что гораздо лучше, вы можете в подарок получить вот на те же 63 евро, если вы возьмете по полной цене, без скидки, ионизатор воздуха, комплексный подход, то, что поможет вам и всей семье не просто сохранить здоровье, приумножить его. Если это сработало со мной, это значит сработает с каждым, в принципе, из вас, если вы человек. А все мы люди, все мы братья, и поэтому я желаю вам здоровья, позитива, самого хорошего настроения не только сегодня, но и всю эту неделю и последующие за ней. Будьте здоровы, будьте счастливы. Академия здоровья, Евгений Данко, эксперт по качеству питьевой воды. До свидания. Вы слушаете радио Болткома.